Итак, срочные новости. Захарова. Удар по Сирии нанесли в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее. Соединенные Штаты Америки и их союзники нанесли удар Сирии в тот момент, когда страна получила шанс на мирное будущее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook. «За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире», заявляет о своей исключительности, указала она. «Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу». Дипломат также заявила об ответственности западных СМИ за нанесенные удары. Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на СМИ, сообщениях о симптомах видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации, отметила Захарова. После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся, подчеркнула она. По ее словам, 15 лет назад Белый дом использовал пробирку из своего госсекретаря, а теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ. Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители Российского центра по применению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работы эксперты организации по запрещению химического оружия. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых последних событий. Всего доброго и до новых встреч!